17 июля 2024 года под руководством начальника и сотрудников ПКУ ИК-6 состоялся День открытых дверей. Для гостей была проведена экскурсия по колонии, в ходе которой они познакомились с условиями жизни осужденных, посетили центр трудовой адаптации, отряды, где проживают их родные, столовые осужденных, храм учреждений и клуб. В клубе был продемонстрирован ролик о проведенных в учреждении мероприятиях. Ролик был о том, как осужденные женщины не только работают и отбывают свой срок наказания, а также получают образование, выбирают профессии, развиваются, занимаются спортом, создают яркие образы, необыкновенные костюмы, танцуют, поют и многое другое. Кроме этого, со сцены клуба был продемонстрирован концерт с участием осужденных женщин К6, где они смогли продемонстрировать свои таланты и встретить гостей. В конце мероприятия гостям было предложено провести время с близкими людьми в новой столовой и испробовать вкусное, сочное меню. Трогательные встречи, долгожданные объятия. Слова благодарности звучали как от гостей, так и от осужденных женщин. Этот день надолго останется в памяти и их сердцах. Посмотреть, как она тут поживает. Все очень понравилось. Да, прошлись по территории, все чисто, хорошо, красиво, правда. Понравилось. Были в церкви. Сотрудники администрации встретили вежливо, все улыбаются. Да, мы тоже стараемся. Были в 9-м отряде, посмотрели, где она находится, где живет. Все красиво, чисто, аккуратно. Были в столовой, тоже посмотрели, как наших детей кормят. Все на уровне. Да, все на уровне. Все вкусно. Я попробовала. Мне понравилось. Компот вкусный. Купила. Концерт посмотрели. Да, концерт танцы вообще. Танцы очень понравились. Молодцы, все девочки. Так четко, синхронно, все отработано. Молодцы. Вообще очень классно. Талантливые дети у нас, оказывается. Молодцы. Да. Понравилось. Мы очень довольны.
День открытых дверей, конечно, надо проводить, потому что мы сами пришли, все посмотрели, как это все. Да, убедились. Да, что здесь там, все. Там-то думают совсем по-другому. Дом плачется по-другому, да, и воспринимается по-другому все. А так походили, посмотрели, все нормально, все хорошо. Мы спокойно за свою дочь. Действительно, сейчас как бы это... Я выдохнула немножко. Спасибо администрации. Да, спасибо большое им, что они проводят такие мероприятия. Это как бы полезно нам, родителям, приехать, посмотреть. Сегодня мы приехали на свидание к своей дочери, заодно посетили день открытых дверей в колонии номер 6 в Нижней Тагиле. Знаете, волнуюсь, конечно, после концерта. Концерт понравился, девчонки молодцы. То есть у них есть реально талант, они успевают здесь и праздники отметить, провести, и станцевать, и сплясать. И еще работают. Посетили мы как бы производственный цех, посетили отряды, где они живут. Очень волнуюсь, честно говоря. В общем, когда мы дома, мы все время думали, что здесь как бы хуже, что ли, немного. Сейчас у меня сердце успокоилось. Правда, мне легче. Большое спасибо за проведенный день. Здравствуйте, меня зовут Эльвира. В исправительном учреждении я уже нахожусь год. Я уже получила и освоила профессию швея, работаю на швейном производстве, набираюсь опыта. Думаю, что мне это пригодится в будущем в моей жизни. Я добросовестно тружусь и стремлюсь к условно-досрочному освобождению. В нашем учреждении проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, в которых я принимаю участие. Сначала я помогала своему коллективу отряда рисовать декорации на концерты, потом я решила, что я буду принимать участие в конкурсах рисунков, газет, плакатов. И сейчас я знаю уже точно, что мне это безумно нравится. Я состою в кружке декоративно-прикладного творчества и думаю, что в будущем я освою профессию дизайнера. Сегодня учреждение посетили мои любимые родители, это мама и папа. Я была очень рада их видеть, они посмотрели, в каких условиях я здесь нахожусь, отбываю свой срок наказания. Они, конечно, иначе представляли все это, на самом деле они были очень удивлены и чистотой, и порядком, и ухоженной территорией колонии. На самом деле, я считаю, что такие мероприятия, как День открытых дверей, должны проходить, и они дарят возможность нашим родителям, родным быть спокойными за нас, увидеть, как мы здесь содержимся, потому что на самом деле все не так плохо, как кажется. Я очень благодарна нашей уважаемой администрации за этот прекрасный день, который они подарили, потому что это очень позитивные эмоции и огромная благодарность. Большое вам спасибо. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я нахожусь в учреждении уже 2 года. За это время я отучилась на специальность швея. Учусь в школе. На данный момент работаю на производстве. Каждый день учусь чему-то новому. Я считаю, что эти навыки и знания пригодятся мне в будущем после освобождения. Я добровольно выплачиваю иск по приговору суда. В нашем учреждении очень часто проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Мне очень нравится принимать в этом участие. Вот, например, недавно проходила эстафета, посвященная здоровому образу жизни. Я поставила очень энергичный и веселый танец для нашего отряда. Кажется, все получили массу положительных эмоций. Сегодня в наше учреждение приехали мои родственники. Они посмотрели, в каких условиях я отбываю наказание. Они остались довольны. За это я очень благодарна администрации учреждения, потому что я считаю, что День открытых дверей – это действительно очень важно как для нас, осужденных, так и для наших родственников.